Сумы сдались, как известно, без боя. И Киев будет сдан, очевидно, так же, как и другие города без боя. Выясняется, что российские производители подгузников и прокладок столкнулись вдруг с неожиданной проблемой. Один из компонентов наших российских прокладок и всех прокладок в мире, и всех подгузников в мире признан объектом военного назначения. И прокладки внесены в санкции. Мы по импортозамещению теперь, когда подгузники сами научимся делать без этой пленки или с этой пленкой, не обращая внимания на санкции. Это, кажется, не так просто. Пленка, она требует определенного производства. Подождите, мы когда начинали какие-то события, кто-то должен был встать и сказать: подождите, ну вот мы сейчас начинаем, но это аукнется по лекарствам, по полупроводникам будут бить санкции, а у нас нет своих антибиотиков в должном количестве, да и инсулина своего в должном количестве нет. Кто-то должен был включить голову, предупредить страну и руководителей страны, что будут вот такие вот проблемы.